как тебе эта тату-конвенция? Ну, пока трудно что-то о ней судить. Говори честно. Ну, я как бы знал, что здесь будет совмещено с барберской фигней этой. Я думал, все-таки здесь будет два разных помещения, все-таки будет дофига татуировщиков, можно будет встретиться, потом с ним по всеми пообщаться, потусить. А так пока особо смотреть нечего. Но очень круто, что организаторы постарались и позвали очень крутых чуваков. Куртада Нисака, вот кто тебе делал, я забыл, какой звук там. Ами Джеймс, да. Да, вот с Куртада еще один Челси, тоже на него подписан. То есть это отличная возможность для наших мастеров познакомиться с этими чуваками, собственно, обменяться опытом. Очень редкая возможность, и такого пока в России как бы не было, что прям таких приглашали крутых ребят. Мне кажется, это очень круто. Ты видишь, в последнее время тату-конвенции происходят, никто ни с кем не знакомится, просто ходят, такие, знаешь, зеватели смотрят, там раз, заглянул, пошел дальше, ну, нет вот этих знакомств. Почему? Я не знаю, я со всеми знакомлюсь. Ну, вообще со мной, я мало с кем знакомлюсь. Нет, потому что, ну, зеваки, они всегда есть, но в основном люди со всеми друг с другом знакомятся. То есть у всех есть какие-то кумиры, и если они здесь бывают, это вообще отличная возможность там, для новых поколений, так сказать, познакомиться, обменяться опытом, что-нибудь узнать, спросить, это круто. Да. И еще хочу развенчать мифы по поводу киевской тату-конвенции, когда ты приехал. Я знаю, что, ну, тебе там некоторые моменты не понравились организационные, правильно? А что за мифы? Ну, сказали, что организовано очень плохо, короче, там, вот, типа, и, ну, и все может, такое. Может, это не мифы? А может, не мифы. Конвенция, вот лично по мне, была отстой. Отстой? Это помещение очень сомнительное, потому что с потолка что-то капает или сыпется. Это раз было очень холодно, сыро и темно. То есть у меня в стенде не было даже удлинителя с розеткой. Моя жена тогда еще, собственно, она бегала по этому, не знаю, что это за район, где куча всяких. Ну, платформа, всяких, да, завод, платформа. Да. Она бегала, искала магазин с электроникой, чтобы купить удлинитель и лампу, потому что организаторы, как бы, ну, всем что-то как бы либо некогда, ну, типа, да, либо еще что-то. Единственное, что, за что им большое спасибо, то, что они в конце концов нашли мне кушетку, потому что моя жена тогдашняя ходила и каждый раз вот тюкала. Ну что, где, ну что, где, ну что, где. Она вот так заебала, что он в итоге все-таки намутил. А так, набегал, покупал удлинитель, покупал лампу. И даже, ну, то есть не было ничего, когда нужны были салфетки, которых она не нашла в этой платформе. Она пришла к организатору и говорит: чуваки, нужно как бы мастерам салфетки. Они достают рулон, говорит: отмотайте, сколько вам нужно. Он говорит: ну что, прикалываетесь? Ну, да. Отмотайте. Это, блядь, не в сортире, блядь, бумагу отмотать, блядь. Мне нужен, сука, весь рулон. Они так посмущались, но дали. Ну, какая-никакая бумага, но была. Вот так вот, видимо, это не миф, это так и было, и, ну, это печально. И хочется обратиться к организаторам тату-конвенций. Будьте организованнее, потому что мастера, вы держитесь за счет тату-мастеров, а не тату-мастера за счет вас. И если вы уж организовываете такую движуху, то будьте любезны предоставить самое необходимое. Вот так вот. Вот, еще момент такой, который, не знаю, нужно или не нужно, но я же как бы мало кого знаю с Украины, я из России, то не всех не знаю. Но вот общался там с местными ребятами, там знакомился. Очень многие, в принципе, тоже были даже из местных довольно организаций. И когда все те же ребята, то есть я в жюри, там они назвали кого-то конкретного, но я не помню, как его зовут. Например, когда странная штука, когда все динозавры, так их назовем, которые сейчас их уровень давно где-то в жопе, так мягко сказать, но остался в те времена. Тогда они были там на вышке, но сейчас все растет, развивается, конечно, а они как бы нет. Но они до сих пор еще там, они держатся на этом месте и не дают прохода другим, более юным ребятам, которые круто валят. И это печально, особенно когда они сидят в жюри и сами себе еще и место дают. Это вообще неправильно. То есть, такой момент тоже как бы совсем неприятен. Я понимаю, что я на самом деле, да. Ну вот, вот этот момент надо будет вырезать. Я никуда вырезать не буду. Нет, ты вырезай. Какой была твоя первая тату-машина? Самопальная, гитарная струна, моторчик какой-то. Мне это было 14 лет. То есть я считаю началом своей деятельности 10-й год, когда у меня появилась первая индукционная. Вот, а так 4-го или 5-го года колю. Ну и то есть кололи, ну, кореша, да? Ну, друзья? Ну да, друзья. Ну, начал, ну, себе тренировался. Сейчас все это похоронено уже, конечно. Кстати, у тебя, ну... Ну, первую сам себе сделал, у меня было вот здесь на плече узорчик, потом вот здесь узорчик, потом здесь, там, ну, пошел. А, я видел, ты ездил к Галушину. Я, кстати, вот тоже у него... Я вот это удалил. А, и что, ты собираешься что-то делать здесь? Да, у Гакина хочу сделать. Я к нему подходил, там, я так понимаю, то ли его жена, то ли кто это переводил. У него запись на 20-й год сейчас. Ну, как ты вот вообще относишься к записи на такой очень далекий промежуток времени? Я считаю, это человек ограничивает себя, ну, то есть в чем-то... Да, я тоже так считаю. То есть у меня, когда была запись длинная, сейчас
времена изменились. Какой-то кризис у нас здесь в России пошел у многих очень мастеров. Вот год назад начался. До этого у меня запись была очень такая... То есть я ее закрывал, когда она забивалась, ну, примерно на полгода. Чуть короче, чуть длиннее. Я когда примерно понимал, что все, дальше мне трудно. Я ее закрывал, как больше никого не записывал. Ну, только тех, кого уже начал, я их немножко предпрописывал. А потом, через полгода, когда уже осталось там месяц, например, там пару недель, я открывал, и она там за пару недель, месяц у меня забивалась снова на полгода и опять закрывал. Ну, чтобы планировать такое время очень тяжело. Бывает, тебя приглашают куда-то, и предложение очень интересное, да, там крутое, а у тебя как бы куча людей, которые ждали полгода, и куда их переписывать? То есть я еще раньше без выходных работал, потом начал стрелять, все-таки, потому что очень тяжело маневрировать. Начал... Я не знаю, ну, такое. Ты мастер... Очень плотно занятый мастер такой. Это я, ну, знаю. Я, например, даже своей неплотной занятостью, ну, я не могу отработать неделю полную, потому что я схожу с ума. Ты колешь, у тебя сеанс целый день занимается, правильно? Короче, сессия, ну, сейчас как я делаю? Во-первых, я себе стараюсь хотя бы оставить 1-2 дня выходных в неделю. Вот. И я беру только одного человека в день. То есть и мы колем, пока всем комфортно. Бывает так, что человек как бы через 3 часа, там, а то и меньше, говорит, все, я сдаюсь. Бывает, что я человека поддерживаю, говорю, давай потерпим, мы сейчас сделаем побольше, там, то есть ты, бывает, уговаривают, там, продолжит. А бывает... Если ты видишь, что уже вот да. близок, да? А бывает наоборот, что человек там корчится, не корчится, там, плачет, я говорю, давай закончим, он говорит, нет, продолжай. Я уже уставший, мы там уже 7-8 часов колем, там. Я видел, ты какому-то азиату делал, валил шею, и вы за очень короткий промежуток времени завалили шею. Да, обычно шея у меня занимает 2-3 сеанса, потому что, во-первых, болючее место, а во-вторых, на самом деле, не такое маленькое, как кажется, потому что в развороте, ну, да, получается, да, там, альбомный лист, а то и больше. Получается, я что там с ключицами делал, еще здесь захватываю немножко. И обычно 2-3 сеанса, но этот парень, этот кореец, он приехал специально на сеанс, я вообще как бы офигел от этого. И вот он очень хорошо терпел, мы 2 дня подряд по 8 часов примерно кололи. Причем я ему сделал за раз контура одну сторону полностью закрасил ЧБшкой, на второй день вторую сторону ЧБшкой и белым даже по-старому хуячил, как бы, охуеть. Пардонте, да. И он... И потом, по-моему, он приезжал или нет? Он ко мне пару недель назад... Забыл добивать? Да, пару недель назад он снова приехал. Да, вот я, по-моему, видел, он затылок добивал. Да, да. И ты все время рисуешь фрихендом, то есть ты непосредственно на сеансе. То есть у тебя нету каких-то заготовок там и все такое. Да, нет, то есть ты записываешь человека, человек приходит, и вы на сеансе начинаете. Да, я у него спрашиваю, что он хочет сделать. То есть понятно, что такие вещи словами не описать, как это должно выглядеть, потому что такой стиль как бы своеобразный. Но примерно хотя бы по желанию, то есть либо человек может показать примеры желаемого, либо может с вами писать, например, более агрессивно или более спокойно, более изящно там как-нибудь, либо побольше, например, острых элементов, более там других, либо сказать, там текстура похожа на дерево, либо на камень, либо там более такая животная какая-то, я не знаю, ну просто как пример, да, и из этих описаний я уже стараюсь воплотить как бы проект. По-моему, самое такое мягкое из твоего творчества я видел, это зеленый. Рукав. Это вообще как бы исключение, потому что все эти не работают. Да, обычно. Да, да. Я заметил, что все время у тебя черно-белый, в основном черный. В цвете я просто раньше ковал, меня занимает гораздо больше времени. Я привык, что я как бы считаюсь быстрым мастером, мне тратит много времени, как-то, ну плюс клиенты, получается, и платить нужно больше. А... Ну, с органикой просто цветной редко просят, точнее, никогда, это был такой просто парень. А когда просят, допустим, реализм, то есть ЧБ, сказать, не самый там, конечно. Вообще, я считаю, что если есть мастера, которые могут сделать гораздо круче, быстрее, дешевле, то почему бы нет? Ну, там, не обязательно дешевле, конечно, главное, чтобы качество было. Просто я знаю, что их таких дофига, то есть гораздо круче, кто может сделать. И я считаю, что лучше пойти к ним, а не ко мне. То есть, поэтому говорю, зачем ко мне, когда могут это сделать? За реализм. Да, я говорю, все чуваки уже делают гораздо круче, ты же понимаешь, что... Я тоже так считаю, что если идти, например, ну, если идти к тебе, то идти исключительно за твоим стилем. Ну, я бы, например, не пошел к тебе за какой-то кошечкой или... Ну, такие бывают, просят, обращаются. Бывают, да? Ну, бывали, но сейчас почти не бывает, раньше было много. Ну, сейчас, видимо, уже попривыкли. Кстати, я видел твоих котов вот этих прикольных, там, вот. Я видел коту, это, ну, в общем, такие, ну, с нутеллой, с банкой. Да, это прикольные такие. Ну, и бывают такие обращаются. За таким нет. Это просто я нарисовал их по настроению для себя, я не собирался их колоть. Я просто выложил эскиз, как бы, а он очень понравился людям, зашел и все. Я смотрел твои картины. Ты пишешь маслом? Исключительно маслом. Акрилом. Да, но акрил мне очень тяжело дается. Я один раз попробовал, проклялся на свете. Он просто, ну, он нравится людям в основном тем, что он быстро сохнет, и это плюс. Но мне нужно, чтобы он мог, краски могли растягиваться, были плавные. Да? Да.
более тянулся хорошо, плавненько все, а с акрилом так не получается. У тебя такие картины. Даже палитры, как бы, ты замешиваешь цвета, пока там потыкал, вернулся, оно уже высохло, как бы, я не понимаю, как это... Ну, я смотрю, у тебя такие картины прям чуть ли не в гиперреализм, да нет, но не в гиперреализм, особенно там, ну, вот... У меня все пара там таких. Вот это вот БДСМщина была с красной веревочкой, я просто охуел. Очень долго я писал. Сколько на такую картину уходит времени? Как, очень трудно сказать, потому что я очень ленивый, то есть я их просто бывает забрасываю на очень многие месяцы, то есть у меня из дома 5 недописанных картин, они уже по полгода, по году вообще ни разу не прикоснулся к ним. Если прям вот упороться и сидеть каждый день рисовать хотя бы часа по 2, по 3, то вот прям каждый день, то за неделю-две, думаю, можно закончить такого масштаба, как с БДСМом. Ну, там она вся была очень гладенькая, вырезанная, там в этом была сложность, потому что очень трудно сделать, а чтобы она была очень-очень мягкая. То есть мазками, более грубыми деталями делать куда проще. Вот здесь все выглядит, каждый раз новый сеанс, тебе приходится подмешивать конкретный тон из определенной точки. То есть если идет там, вот, допустим, эта картина с БДСМ, там у нее там ягодицы, да, там очень такой плавный должен быть градиент. Мне очень трудно понять, какой конкретной точке должен быть цвет. И подбирая там... вытираю, либо там перекрашиваю, это очень тяжело. То есть на это больше времени уходит, чем на сам на подбор вот этого вот, ну, цвета? Как раз вот подбор цвета занимает много времени. Вот, ну плюс сделать плавненько, да, чтобы ничего там не было такого. Ну, более грубые детали более легче даются, конечно же. А как ты относишься к творчеству Самохина? Как тебе сказать, ну, блин, это мастер мирового уровня. То есть он делает очень хорошо. Нереально хорошо, мне кажется, даже, ну, порой. Просто вот, в наше время присутствует. Как бы такие товарищи, как Самохин, Дэн Яковлев, Васюак, такая некая троица, такая, как иконы, знаешь. Да. Они еще лет 5 назад просто были лучшими, не знаю, по России точно, ну, таким СНГ, так сказать, и по миру считались, конечно, самыми мощными, ну, по крайней мере, одними из. Ну, для нас, для русских, конечно, не самые лучшие. Он делает, конечно, очень круто. Но дело в том, что сейчас, видимо, они задали эту волну реализма, потому что у нас как бы самый популярный стиль – это реализм. И сейчас так много реалистов и очень хороших, независимо от того, они известны или нет, ты просто можешь, ты не хуй пойми, что это за Вася Пупкин, да, а он валит не хуже того же Самохина, и просто на фоне вот просто море реализма, и уже трудно очень выделиться в нем. Ну да. Я не знаю, что нужно делать в реализме, чтобы стать вот, выделиться на фоне остальных. Тройка реалистов, по твоему мнению, которые самые охуительные. Это очень тяжело, потому что их сотни. Блин, ну вот если не считать тех, кого уже назвал, собственно, вот, троица. Да, мне очень нравится работа Ахарина, Фоминых. Блин, я не знаю, их очень много, просто вот даже в Инстаграме, наверное, там из 200 половина или хотя бы треть – это реалисты. Там тот же самый Джангиров и Колбасин, там и вот тот же Когут, он здесь сейчас, кстати, на фесте ходит. Блин, всех не перечислить, я не знаю даже, кто на ум приходит. И последний такой вопрос. Как выработать свой стиль? Ну, как наработать? Как ты к этому пришел? Начал валить именно только, ну, свой стиль? Слушай, я не знаю. Я просто всю жизнь рисую. Я это рисую, то, что мне в голову приходит. И я это рисую. То есть раньше рисовал просто на бумаге. Когда здесь начали делать татуировки, я просто, ну, колючу попросят, да, и просто со временем просят делать очень разное. Я делал все подряд, и со временем начинаешь понимать, что то из того, что тебе просто сделать, тебе больше нравится, либо легче дается. Ну, получается, допустим, ты вот делаешь, допустим, реализм, традик, там, Японию, еще что-то, просто по каким-то эскизам или еще что-то. Понимаешь, что тебе там, допустим, какой-то дается легче. Или у тебя получается. Тебе вроде не нравится, но по факту у тебя результат получается такой прикольный, что все говорят, блин, да у тебя круто получается. Ты такой, может, даже тебя не очень прикалывает, но думаешь, ну почему бы это не развить? Да, людям нравится, ты же для людей работаешь, в конце концов. Ну да. Ну, в первую очередь, конечно, для себя, в свое удовольствие, но тоже время для людей. Можно так развивать. Но свои темы я как-то всегда рисовал, не органику, конечно. Вот просто я думал, что людям это неинтересно, и как татуировки, они не смоются. А потом в итоге начал делать, рисовать свои черепа просто по приколу. У кого-то... Да, одно, с светящимися глазами вот эти, сначала да? они... Ну, а, они видели, они сразу со светящимися были. Сначала мне просто нравились, изначально мне просто черепа нравились там в любом стиле. Я когда мечтал, думаю, вот будет делать один только черепа. А потом попытался сам, приковался, нарисовал парочку вариантов вот таких необычных, нестандартных, то есть со светящимся, они зашли, вот, люди начали обращаться чаще и чаще. И в итоге так я уже не заметил, как стал только их и делать. Ну, мечты сбываются, мысли материальные, все дела. Ну да. Вот, Самарон, а с органикой просто
какой-то день в студию пришел парень и попросил рукав органики. Я ее делать не умел, вообще толком не знал, что это. Мастер у нас был один, Барсук Евгений, который делал органику. Но он был занят, и запись у него была длинная, а парень хотел прямо сейчас. И просто на меня его, как бы, так сказать, скинули. И я решил попробовать, нарисовал ему все. Кое-как там часа два рисовал, может, больше. В итоге парень сказал, что всем нравится. И он только машину сбегает за карточкой, эту забыл. И не вернулся. Как бы, а я подумал, что то, что я нарисовал, вроде неинтересно, неплохо. И я думаю, что я хочу попробовать это еще раз. И потом кому-то предложил, сделал, потом еще раз продолжили, там рукав сколотили в итоге. Потом кто-то уже сам попросил, я думаю, ну ладно. И вот так в итоге начал делать, тоже начал развиваться параллельно вот с моими черепами. И как-то это развилось. Потом просто эксперименты с объемом, глубиной, там, от других мастеров подчеркивал некоторые эффекты, допустим, которые вот у меня в голове есть, и как передать, не понимаю. Тот же Паша Ангел мне очень много объяснил, например, там, я не понимал, вот вижу, что-то не так, а что не понимаю. Он мне объяснил, там, что не хватает там некоторых новых граней, там, показал, как подать свет, и в чем прикол. Я как-то с первого раза, по-моему, даже как-то это понял, хотя бы саму суть, и начал это развивать, тренироваться, и стало получаться лучше как-то. А Гайченсон тебе нравится как мастер? Тоже он работает в органике, только в цвете. Сами идеи, задумки интересные, то есть, ну вот как... Ты сейчас, извини, перебил, но мне кажется, он где-то застрял, то есть, ну, чуть-чуть, да, прошлый. Он застрял, это правильно, да. В смысле, я согласен. Да, мастера уже делают намного круче, то есть ту органику, которую он делал там, ну, 10 лет назад, базара нет, это было круто. Сейчас, я смотрю, ничего не происходит, но он сейчас там открыл какую-то академию, вот я смотрю там в Ютубе, в Инстаграме, там куча мастеров, они как гномы работают, да, там, то есть делают похожую органику, как Гайченсон. Гайченсон рисует маслом что-то, продает свои маленькие картиночки за лаве. Ну, это... хорошо устроился. Ну, как ты считаешь вообще? Ну, да, вот такой вопрос тоже наводишь. Как ты считаешь, мастер должен так устраивать? Либо к тату-культуре нужно относиться более уважительно? По-любому нужно относиться уважительно к тому, чем занимаешься. Ну, блин, ситуации бывают разные. Допустим, Гайченсон стал там, ну, так сказать, в то время был там батькой в своем этом стиле. Ой. Да, и не было вообще аналогов по миру. И тогда он считался очень крутым. И к настоящему моменту он уже стал очень там известным, и, возможно, там и богатым, и все такое. И, видимо, может быть, у него там много заявок, там, просьб там, сделать ему там. И просто человек уже хочет заниматься чем-то другим, как бы отойти в сторону. Мне кажется, такое бывает, случается, когда долго занимаешься одним и тем же. Спасибо, Степ, тебе огромное. Ну, да, не за что. Уважайте татуировку. Аревуар.